Смотрите, какой хороший. Кажется, это Женя. Кажется, кто-то выпил очень много бесплатного пива. Это я, но немного еще. Как известно, бесплатное пиво для музыкантов на 20% вкуснее обычного. Поэтому... Да, ну вас в целом ожидает то же самое, но на 20% лучше, потому что с вокалом. Да, следующая песня про Белоснежку, про страх. Про страх чего, Женя, я не знаю. Типа страх же... Коля просит, чтобы кто-нибудь снял видос, у кого есть камера. Снимите, публика, снимите видео, пожалуйста. Снимите видос, у Коли типа очень стрёмный Инстаграм. Всех милей, он ляжет в стеклянный дом.
Ничего себе, да? Это была песенка про Белоснежку. Да. Ну, как бы, что там, Женя говорил, что ему не очень комфортно ее петь. Все следующие песни будут более гетеросексуальные. Кто испытал гомосексуальное возбуждение, сейчас по закону уже как бы против закона, правильно? Вот, дальше будет еще хуже. Значит, следующая песня про страх, когда ты потерялся. Ну, мама, короче, потерялась, папа потерялась, а вы на бразильском карнавале, а кругом большие жопы. Что, песня танцевальная, все танцуем? Танцы! Запомни, да, ты не захистер, а на зло.
нормально, да? А есть в зале эшники, нет? Эшников в зале нет? Хорошо. Если в зале есть эшники, следующая песня не про лесбиянок, окей? Не про лесбиянок. На самом деле про лесбиянок. Бля, Коля, мы все на бутылку сядем из-за тебя. Не нарушайте закон Российской Федерации. Не нарушайте, пожалуйста. Следующая песня не про лесбиянок, которые валят пельмени. Даже если вам так покажется. Да. А теперь, пожалуйста, танцуйте. Прыгайте! Вы готовы, дети? Спасибо, спасибо. Я что-то почувствовал. Мне надо свериться с метрономом. Сережа, мы не слишком быстро играем. Нормально. Короче, следующая песня. Она вообще как бы задумывалась, что она должна нравиться женскому полу, так? Поэтому если в зале есть женщины, ну вдруг. А девушки, если? Ну или девушки там. Спасибо. Как вы сами себя определяете? Вот. Все понятно. Девочки там. Короче, ну, там ищите кавалеров, потому что это такой, типа, медленный. Медленная песня для танцев, дамы и господа. Блять, куда ты влез? Спасибо, Колян, от души. Коля все испортил опять. Колян, ты лучший, просто Колян, это наш басист Колян.
Колян знает тропинки волшебных полян. Давайте поаплодируем Коля Брозного сегодня на басу. Аплодисменты, ребят, вот такие ярки. Прям сердечко. Балдёж. Блядь.
Сейчас будет песня про Жасмин. Тяжелейшая ситуация. Следующая песня, короче, про домашнее насилие. Поэтому, если вас, ваш партнер удерживает против вашей воли, обратитесь в органы. Не терпите эту хуйню, пожалуйста. Ну и да, там ультранасилие, Жасмин, короче, принцессы, убийство. Короче, жесткий трек, все готовы. Ну, блин, очень жесткий трек. Вы посмотрите, что он делает. Вот, смотрите. We'll be right back.
Какое направление? Направление прямо на бутылку. Нет, да. Как вам? Эй, 102. Воу, 102. Здорово. Здорово. Как вам сегодня звук, а? Да и бис! Для такой беспонтовой группы довольно неплохо, да? А за это стоит поблагодарить звукорежиссера Дениса. Давайте похлопаем Денису. Ну а всех остальных музыкантов мы будем благодарить после следующей песни. Хорошо. Да. Слышишь, крайняя, что ли? Ну да, ну. Серега типа... говорит еще две. Блин, ну ты. Что сказать? Ты че? Ты говоришь, что. Че палите? Мы будем ее представлять как-то песню эту. Я. Ну, пусть это будет песня сюрприз, окей? Окей. Будет неплохо. Мы только хотим сказать, что вы все знаете эти слова, и мы будем рады, если вы будете нам подпевать. Если вы где-то посередине такие, о, нифига, я знаю эти слова, вы, пожалуйста, делайте это. Yeah!
Ну а вас не слышно! Классно. Короче, смотрите, у нас последняя песня осталась. А вы должны расстроиться сейчас. Вот, ну неплохо, да, неплохо, неплохо. Вот, смотрите, ситуация такая. Кто там пиво набрал, короче, ну, вы можете постепенно в зал переходить, потому что, ну, реально. Ну, типа, было бы прикольно, если бы вы все здесь были. Да, да. А следующая песня, короче, есть в зале ведьмы? Да! Я так и думал. Вот. Ну это... Ну вы знаете. Это песня для вас. А для вас сегодня играла группа Мистер Лобстер. На барабанах сегодня был Влад Бенский, давайте ему поаплодируем отдельно!
Немножечко этого дерьма. Может быть еще? Больше дерьма! Я почему-то так и думал, да? Еще! 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 Вы очень убедительно звучите. Питер Пен, да? Какую ты хочешь песню спеть? Барабаны долбят! Бля, Питер Пен, самая простая, реально. Мне грустная понравилась, очень красивая, про сердечко. Давай зрители определят. Давай, короче, я выступлю диктатором, так? Ну, Питер Пен, конечно. Давайте. Кто хочет про песню, где мальчик никогда не взрослел, блядь? Да, короче, Питер Пен, так? Так, нормально. Короче, но только с одним условием. В зале должно быть максимальное уничтожение. Все вместе понеслась!
Пожалуйста, не уходите, потому что дальше вас ждет конкурс костюмов, я так понимаю. Да, все? Спасибо. Выходите.